Йоу, варапсан, это Кенан Аскес, рефей дикобраза, Porcupine Creek. Пацаны приехали делать скалолазинг. Наше главное оружие — книжка «Спортивный клайминг в Канадских горах». И тут видно топографию трасс, как лезть, сколько нужно карабинов. Все необходимые детали, чтобы сделать это успешно. В общем, вот отсюда начинается наша первая трасса. Идет вон туда. Там наверху видно такие большие белые камни с множеством трещин. Есть опасность, что они могут посыпаться. Давай, мы аккуратненько. О, первый посол. Я бой. Так. I got you, bro. Есть? Окей, дальше я не вижу, ты кричи погромче, что тебе там надо, да? Все, Колян исчез из вида, дальше действуем на ощупь. Ты держишься там? Окей, сейчас перейду. Дислоцировались в другое место. О, отсюда прекрасно видно. Кто-то кричал? Что-то было, да. Ткнул кнопкой в скалу. Есть. Я достану. Почти, давай. Есть. Есть!
Смотри! Успешно залезли одну восьмерочку на углу. Я имею в виду сложность 5,8 по общепринятой североамериканской градации Йосемити. Волшебное место Porcupine Creek. Мы в первый раз о нем узнали, когда ходили вон туда, на две вершины Midday и Midnight, наш самый ужасный скрэмбл. Но зато нас ли это прекрасное место для скалолайзинга. И вот приезжаем сюда уже четвертый раз. Охуенное место. Окей, сейчас начнем вторую трассу. Группы поддержки. Бабочка пролетела. Да, чуть пусти. Окей. Да. Сейчас. Да. Удобно. Есть. Так, сейчас, погоди. Давай!
Хорошо, Мэтт, давай вниз. Yeah, boy. Вот все, девяточка готова. Сейчас будем собираться домой. Сделали одну восьмерку, одну девятку. Классный весенний денек. Скалолайзинг, baby.